Всем привет, друзья! Мы в Порто-Черизио. Немножко пройдемся по городу, чуть-чуть по набережной. Сниму вам небольшое видео здешних красот. А понравится вам, не понравится, уже смотрите сами. Пишите комментарии. Здесь только что слышал, бабушки сидят на набережной, разговаривают на русском языке, делятся своими жизненными опытами. Классный велик вот такой, да, вы представляете, такой велик будет стоить здесь, который сейчас проехал, 2-3 тысячи долларов, точнее евро, 2-3 тысячи минимум будет он стоить. Сегодня суббота, потому немного так многолюдно здесь. Вот сзади меня как раз русскоязычная речь. Вода бурлит, так из трубы интересно. Ну вот, в принципе, это практически вся набережная города Порто-Черизио. На другой стороне это Швейцария, то, что вы видите. А по этой стороне это все полностью Италия. Практически все сиденья здесь, смотрите, сделаны из камня. Зачем так сделали, непонятно. Экономия такая или ломают их здесь? Вроде бы в Италии не должны вандалы жить. Как-то странно, но холодно на них точно будет сидеть.
Вот, друзья, вокзал. Это стоянка на вокзале такая. Люди приезжают, оставляют машины и уехали куда-то в путешествие по Италии. Да, друзья, дороги, конечно, здесь намного хуже. Везде горбы, везде незалепленные ямы. Как-то так.